Кардиолог Герман Гандельман назвал бесполезным в лечении сердечно-сосудистых заболеваний препарат триметазидин, следы которого были обнаружены в организме фигуристки Камилы Валиевой. Препарат, в употреблении которого сейчас обвиняют российскую спортсменку, был создан в 60-х годах прошлого века, когда лекарств для лечения сердечно-сосудистых болезней вообще было мало. Сейчас же, по словам врача, не в США, и в Израиле в протоколах лечения этого препарата давно нет вообще. Ну, вот и все. А в нашей медицине триметазидин присутствует благодаря какой-то неистовой вере наших пациентов в то, что лекарства с недоказанной эффективностью им как-то в чем-то помогут. Только и развела руками Елена Малышева в шоу «Жить здорово». Более того, как отметил Гандельман, помочь хоть чем-то в достижении спортивных результатов это лекарство никак не могло. Здоровому человеку нечего лечить и улучшать способности, у него же нет сердечно-сосудистых заболеваний. Эффективное лекарство всегда имеет побочные эффекты, поэтому здоровым запрещено выписывать серьезные препараты, подчеркнул кардиолог.